Вы помните, что я вам вчера говорил? Да. Мы снимаем ролик. Мы уже настроились, туда-сюда голову помыли, вдели чистые вещи, чтобы, ну, чтобы быть в тонусе. Вы не просто снимаете ролик. Вы снимаете имиджевый ролик проекта. А выглядите вы не так хорошо, как бы нам хотелось. Мы типа такие бомжи, типа такие, знаешь, неухоженные. Вот поэтому сегодня мы вас пригласили в это замечательное место. Это место мы называем студией перевоплощения. Ого! Ого, да ладно. Что, блин, сегодня перевтелення? Я понимаю, что Лизочка последний день ходит с белыми длинными волосиками. Боже, я так обрадуюсь. Ой, мне подстригут кончики, выровняют цвет волос. Может быть, нарастят. Да-да-да, мне могут нарастить волосы. Автором шедевров, которые ждут вас сегодня, будет креативный директор салона красоты «Леблан» Евгений Фименко. Доброго дня. Здравствуйте. Вы знаете, наверное, я знаю об этом больше, чем вы, и мой вам совет прислушаться все-таки ко мне. Ребята наши внутренне растут, они набираются опытом. Соответственно, и их внешность не должна отставать, поэтому вот такие изменения или коррекция внешности, она будет логичной, и она будет дополнять те внутренние процессы, которые у них происходят. Я знаю, что сегодня вечером каждый из наших ребят познакомится с улучшенной версией себя. Я боюсь, чтобы типа мне пирсинги, которые сделали туннели. Не хочу дуже довго волос. Я очень сильно боюсь стрижку, как у Маши. Я не хотел бы быть режем. Найбільше я боюсь, що мені пофарбують волосся. Я б не хотів бути брюнетом. Не хочу бути лисим. Я насправді безстрашний воїн, мені нічого не страшно. Боюсь темного цвета волос. Я очень хочу челку. Я стрижку очень сильно не хочу. Я бы очень сильно хотела, чтобы мне сделали короткую челку розовую и зеленые волосы. Мы впервые будем перевоплощать парней-моделей. И я хочу сказать, что для парней, как и для девушек, внешность очень важна. Потому что внешность – это инструмент, с которым они работают. Я думаю, не стоит оттягивать. Давайте начинать. Ну и начинается такой трэш, все начинают плакать. Влад единый, кто не закатает скандал. Все модели ждут день перевоплощения, как некий судный день. Я не понимаю, чего они держатся за эти волосы так, но оно же все отрастает, и причем очень быстро. Я себя реально готовила к самому худшему. Капец, я очень боялась. Я свои волосы просто обожаю. Мои белые длинные волосики, которые я очень люблю, за ними ухаживаю. Просто это мои волосы, это мое все. Дуже люблю. Ребят, кто-то помочь хочет? Я уже все, у меня уже истерика начинается. Категорически я не хочу, чтобы мне красили или выравнивали волосы. Перестаньте, не надо меня красить, пожалуйста. Яна, не надо. Посмотрим, что Яночка, ну русый цвет природный. Чуть ли не на лысо подстричь или сделать кератин и выровнять волосы, серьезно. Нет, не надо так делать. Я никогда не пользовалась феном вообще-то. Я никогда не пользовалась феном. Я сідаю. Я думаю, що я попала до молодого, ще й забитого чоловіка. Я тут розумію, ти чук-чук-чук-чук-чук. Пашка, Шура вже не той. Отшумели літні. А можна потрогати? Маш, я бачу твій череп. Настя, ти відповідаєш. Та я сміла, поки не дійшла до мене очередь. Моя любима. У меня живот не заберут, у меня вас, вы же мои самые дорогие, вы же мои единственные, которые были у меня в жизни, со мной всегда, на подушке, вдвоем. Настя! И Настюха подходит сзади, и я понимаю, что это
не дергал. Офигеть! Тебе круто, Ось. Хотелось убить всех. Мне хотелось просто всем волосы отрезать. И первый, который ты отрезал, то Гладченко отрезал, он я и сбрю пол головы просто. Мне очень жалко волосы, очень. Я в них все вкладывала. Я могла грудь себе нарастить, я волосы бабло вкладывала. Осталось еще челку сделать. Настоящая? Нет, красивая. Блин. Короче, Анастейша, теперь тебе дорога не в Турцию, а в Египет. Мало того, что мне стригли гребаную челку, краем глаза я вижу Настю Гладченко. А знаете, что ей делают? Это наращивают волосы. Вот ебит. Я так красива с длинными волосами. Я сижу без волос, а она с нарощенными. Ну, я хотела в тот момент убить Настю, убить парикмахера, убить всех. Я не хочу черный колер волос. Вряд ли мне будут наращивать. Я хочу кардинальных змін, я хочу вау-ефекту. Я фула растерянности и замешательства. Я сомневаюсь зараз на рахунок своей участи в цьому проекті. Просто змінили моє я, и я якось. Я не знаю, як я це переживу. Мені потрібно було багато говорити з психологом, але я думаю, що я впораюсь. Дівчатки боялись. Как же это потерять свои волосы? Ну, у меня вообще такого нет, потому что я наоборот уже, мне уже надоело ходить в одном образе, я хотела что-то новое. Yes. Я тоже много. Не тяни, дядя, я аккуратненько. Так. Yes. Боже, без рук ты. Вика, между нами теперь такая связь, мала, что ты не выдашь. Покажись. Плюша. Я была очень рада. Стрижка крутая, Вика нет. Парни-модели, как и девушки, по-разному относятся к своей внешности. Я уделяю внимание прическе, стригусь в барбершопах. Я не часто меняю образ, и вообще как таковой прически у меня нет. У меня есть всякие там помадки, то есть есть типа там для укладки всякие штуки там. Просто шампунь. Я никак не ухаживаю за волосами, ну кроме мытья шампуня. Атмосфера така, дівки починають щось ридати, там, плакати, не знаю, що розчаровуватись. Ви знали, куди ви йдете? Що це таке? Ну, мені було ржачно, що тому було смішно, бо я розумію, що типу, що робиться. Ти зараз похожа на Емінема. Так. Восьмая міля мала. Я повністю довіряю то, що з нами зроблять. Я радий, що наконец-то нормально пострижуть хоч раз в житті. І я їм повністю довіряю. Я думаю, що вони зроблять як краще, а не як хуже. Бо вони ж професіонали, їм відніше, як краще, а не. Я вже согласна навіть на каре, тільки не під мальчика, ребят, пожалуйста. Я радий, що наконец-то мене, блін, пострижуть. Мене не будуть питати, чи косі, височки, чи рівні. Що, мабуть, стрижка стоїти дорожче 30 гривень. Тупо радий, це просто кайф. Всіх якась така жесть, всіх яд перемалювали. Ти йдеш і ти розумієш, що зараз ти будеш другою, ти побачиш себе нового. Іду я, все, захожу в кімнату, закрила очі, сіла на стул. Вау! Це я, це все я. О, Боже! Ну, в принципі, класно. Віка тепер дуже стильна, і її внешність запам'ятають многі.
Боже, я так змінився. Очень даже ничего. О, Господи. Боже. Ого. Мені дуже нравится. А изменения-то да, короче. Ребята, вам большое спасибо, что доверились, что-то со слезами, кто-то без, но все равно все сидят другие. Я очень надеюсь, что ваши новые образы покажут вас с другой, очень яркой, запоминающейся стороны. Спасибо. Спасибо. Дайте мне недельку, типа, и я вам отвечу на этот вопрос, комфортно мне или нет. Вот, пока очень непривычно. Всіх якось виділили і поміняли. Праця була, мені здається, від серця, і тобто це потрібно цінувати, і там кричати, щось розбухати, це недоречно. Хотіла себе смотреть постоянно тебе. А як тобі, Настя, твій образ? Я нравлюсь така, яка я є. Ой, я старо. О, Тетя Агата Крістів. Агата Крістів здані. Влада, прическа дуже прикольна. Просто подивіться на цю охрененну прическу просто. А ось на цього оранжевого чувака. Чувака, сука!